главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте и смотрите в выпуске. С глазу на глаз, изменил ли показания нардеп Пашинский после перекрестного допроса с пострадавшим? Раздача стволов. Кому и за что министр внутренних дел презентовал оружие? Трамп – падение. Кто и почему потерял миллиарды из-за политических перемен в США? Сегодня следователи допрашивают нардепа Сергея Пашинского и раненого им Вячеслава Химикуса. Мужчину, который оказался на больничной койке после разговора с народным избранником. Допрос длится уже 9-й час. О чем рассказали участники скандальной истории, узнаем у Александра Васильченко. Он с нами на прямой связи. Саша, где очная ставка и что говорят фигуранты и главный свидетель? Екатерина, добрый вечер. Очную ставку проводят в травматологическом отделении 9-й горбольницы Киева. Именно здесь лечится Вячеслав Химикус, которого нардеп Пашинский подстрелил в новогодний вечер под Васильковым. Со времени инцидента это их первая встреча. Сам допрос назначили на 12 дня. Первыми приехали жена Химикуса и его адвокат. Защитник сообщила, что на очной ставке допросят всех фигурантов дела, в том числе и главного свидетеля, водителя микроавтобуса. Пашинский от общения с прессой отказался. Вместе с женой зашел через черный ход. Пройти к ним невозможно. Больничные коридоры под охраной. Очную ставку устроили в одной из палат. Пока шел допрос, в коридоре отделения неизвестный устроил настоящий перформанс. Он принес чучело с фото Пашинского. Правда, зачем все это, мужчина пояснить не смог. Что с ним сталося, невідомо. Експертиза суда заходить. Нашли людину, яка поломана, щось з ногою непонятно. Треба його травматологію, щоб лікарі з ним розібралися. Сам допрос проходит с перерывами. И во время одного из них адвокат Химикуса сообщила, что был допрошен главный свидетель, это водитель микроавтобуса. По ее словам, он не помнит, был ли предупредительный выстрел, но полностью подтверждает версию Химикуса. Водитель буса Олійник, який повністю підтвердив версію В'ячеслава. Тобто він спростовує все, що казав пан Пашинський з приводу обставин події. Обставини події виглядали так, що це була просто словесна лайка, нецензурна лайка, після якої він вийшов з пістолетом з машини та почав стріляти. А вот адвокат Пашинского все заявления защитника Химикуса опровергает. Утверждает, водитель наоборот свидетельствовал в пользу нардепа, но никаких подробностей не сообщил. Вважается, по-перше, разглашение данных досудового следства. Свидок подтвердил нашу версию. Также появилась информация о том, что сам Пашинский изменил свои показания во время допроса. Это сообщил адвокат Химикуса. Якобы он заявил, что стрелял в мужчину не лежа на земле, а стоя. И это полностью противоречит его первоначальной версии. Пока эту информацию проверить мы не смогли, потому что Пашинский до сих пор находится на допросе. Но как только он выйдет, мы узнаем все подробности очной ставки. Также, со слов адвоката, участники конфликта пока еще находятся в статусе свидетелей. На эту минуту это вся информация. Мы продолжаем следить за событиями. Екатерина. Александр, спасибо за ту информацию, которая есть к этому часу. И пресловутый ГЛОК, из которого Пашинский стрелял в Химикуса, нардепу подарил однопартиец и глава МВД. Впрочем, это не единственный оружейный презент от Авакова. Пашинскому он пожаловал и штурмовую винтовку «Форд». Об этом пишут журналисты «Украинской правды» в своем расследовании. И по их данным, на подобные подарки министр не скупился. Автоматы Калашникова, винтовки, пулемет «Максима» и даже легендарный спортивный советский пистолет «Марголина». Вот далеко не полный список наградного оружия, которым Аваков щедро одаривал однопартийцев из Народного фронта, друзей и коллег. За какие заслуги? Вопрос, но за 2,5 года он раздал свыше 1000 единиц стволов. Около 900 на руках у офицеров МВД, Минобороны и Нацгвардии. Вооружены также волонтеры, работники прокуратуры и почти сотня нардепов. Один из рекордсменов – бывший премьер Арсений Яценюк. У него 3 пистолета и даже пулемет. Первый же месяц после назначения, пишут журналисты, Аваков раздал функционерам самообороны Майдана 49 пистолетов. Полный список фамилий награжденных журналисты не публикуют, но говорят, им известны 400 человек из наградного фронта Авакова.
Статью журналистов прокомментировали и в МВД. В материале усмотрели оружейный лоббизм и пришли к неожиданному выводу. Авторы призывают сделать огнестрельное короткоствольное оружие более доступным для украинцев. Что касается наградных стволов, то, поясняют пресс-службе, их просто так не жалуют, а дают за особые заслуги. Правда, на вопрос журналистов, за что же нардепы удостоены такой чести, ответить не смогли и посоветовали спросить у самих награжденных. А вот нардеп Сергей Каплин считает раздачу наградного оружия прямой коррупцией и подозревает главу МВД в получении неправомерной выгоды. У нас есть информация, и мы хотим проверить ее, о том, что большинство единиц оружия выдавалось за взятки. То есть тысячи и тысячи пистолетов, винтовок, автоматов выдавалось за 10, 15, 20 тысяч долларов, тем самым легализируя получение огнестрельного оружия. По нашим расчетам, Аваков на этих операциях мог заработать порядка миллиарда гривен. Аваков раздает боевое оружие, тем самым объединяя вокруг себя, консолидируя определенные силы с целью, во-первых, защиты от отставки, второе, я не исключаю, что в будущем захвата власти. Действительно ли глава МВД зарабатывал на наградном оружии, возможно, разберется Временная следственная комиссия Верховной Рады. Сергей Каплин уже зарегистрировал в парламенте постановление о создании такой комиссии. А в СБУ решили, награждать украинцев оружием будут только один раз. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном сегодня на сайте Верховной Рады. О вручении будет составлен соответствующий протокол. После смерти награжденного подарок должен вернуться в органы, а лишить награды могут в связи с осуждением за совершение преступления. В Одессе скандал с участием Нацгвардии. В интернет попали кадры, на которых военнослужащие избивают ногами лежащего на земле дебошира. Насколько правомерными были действия военных, разбирался Андрей Анастасов. Инцидент произошел вчера около 7 часов вечера в самом центре Одессы на Соборной площади. Здесь дебоширила компания пьяных молодых людей. Кричали, нецензурно выражались. Местные жители в итоге вызвали полицию. На вызов приехали бойцы Нацгвардии, которые в эти дни также патрулируют город. По данным Нацгвардии, когда наряд прибыл на место, двое дебоширов, граждане Молдовы, выбивали дверь в квартиру жильцов одного из домов. Силовики пытались их задержать, те вызвали подмогу. И все это с криками, руганью, потасовкой. После чего, как прибыли наши наряды патрульной полиции, данных граждан было затримано. Та доставленного в Портофранский видел полиции. И все бы ничего, но в интернет попало видео, на котором тот самый наряд вот так усмиряет, по крайней мере, одного из дебоширов, хотя тот лежит на земле. Автор этого видео – местный журналист. Она стала случайным свидетелем всего происходящего. Говорит, нацгвардейцы действовали неоправданно жестоко, а еще якобы отказывались показывать документы и сообщить, из какой части и в каком звании. На самом деле, просто когда людей бьют ногами, пинают их, оставляют на холодном снегу, мне кажется, они немного вышли за рамки при выполнении своих обязанностей. Они были крайне жестокими. В Нацгвардии заявили, бойцы действовали в рамках закона. Нарушители, мол, лезли в драку и провоцировали на дальнейший конфликт. А сцену с избиением ногами ее непосредственные участники объясняют так. Так как один из задержанных нанес первым удар в лицо патрульного, было принято решение применить, согласно закону Национальной гвардии Украины, применить меры физического вплыва для припинения правопорушных дій. В любом случае в Нацгвардии теперь проведут служебное расследование, и если действия бойцов признают незаконными, материалы направят в военную прокуратуру. Что касается дебоширов, то их уже отпустили, составив протоколы об админнарушении по статьям хулиганство и злостное неповиновение. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Нацполиция завершила служебное расследование по трагедии в Княжичах, в результате которой погибли 5 правоохранителей. Как сообщил зампредседателя нацполиции Александр Вакуленко, нацполиция готова привлечь виновных к ответственности дисциплинарной, но кто они, не сообщил. Сказал, делом занимается прокуратура. Національної поліції на сьогоднішній день завершено проведення службового розслідування, і я думаю, що
буквально, можливо, сьогодні, можливо, в понеділок буде вже підписаний дисциплінарний наказ реагування і це буде також предметом інформування суспільства і засобів масової інформації про ті заходи, які вжила Національна поліція. На время проверки были отстранены от службы 25 полицейских, хотя раньше в полицию уже нашли виновного. По словам исполняющего обязанности главы нацполиции Вадима Троина, это погибший во время перестрелки майор спецподразделения КОРД. Исходя из версии Троина, за гибель полицейских на скамью подсудимых никто не попадет. Впрочем, это не единственное резонансное дело, которое до сих пор не раскрыто. После убийства журналиста Павла Шеремета прошло уже полгода, а в МВД сегодня снова сообщили, никаких подробностей о ходе следствия сказать не могут. Наличие мантии – магнит для взяток. Очередного служителя Фемиды поймали на горячем. Фигурантом громкого задержания оказался человек, уже не раз замеченный в других скандалах. За что судья просил деньги и как развивались события после ареста, знают наши корреспонденты. Потуплен взгляд и пачка денег на снегу. Накануне вечером генпрокуратура на горячем задержала судью столичного хоссуда. Очередным судьей-колядником оказался Любомир Головатюк. Затримано за отримання неправомірної вигоди у розмірі 16 тисяч доларів Сполучених Штатів. Причому, що передача коштів була в два етапи, і вчора це вже був другий повторний транш – 10 тисяч доларів. Деньги требовал за нужное ИСУ решение суда. После задержания в интернете появились фото судьи в синяках. В генпрокуратуре обещают разобраться и с этим. В связи с этим Генеральной прокуратурой уже зарегистрировано криминальное провадження, как за фактом чинения опору працівником суду при затриманні, так і за фактом ймовірного його побиття. Судді уже об'явили подозрення в получении взятки. Кстати, фамилия Головатюка не раз фігурувала в журналістських розслідуваннях. Главная причина – сомнительные судейские решения. Но по-настоящему известным этот служитель Фемиды стал из-за дела Межигорья. Вот одно из решений от 2008 года. В нем Кабмин пытается оспорить договор и свидетельство о праве собственности на государственную резиденцию, полученное частной компанией. Среди тех, кто рассматривает дело, и судья Головатюк. Именно он один из тех, кто дал добро схеме передачи резиденции в частные руки. Еще в 2014 году на этом акцентировали и общественные активисты, но судья продолжал работать. До 2007 года зазначенное майно перебывало власності української держави, а перейшло у власність спочатку ТОВ «Медвіндустрій», потім ТОВ «Танталіт» за указівкою Януковича. Таку схему реалізували українські судді. Вони до цього часу працюють та носять суддівські мантії. Отстранят ли судью от должности, решит суд. Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Генпрокуратура будет требовать содержания под стражей. Головатюку грозит до 8 лет тюрьмы. Анна Каменева, Елена Зорина. Подробности телеканал Интер. На взятки погорели и в Волынской области. Там задержали начальника полигона одной из воинских частей. Операцию проводила СБУ вместе с военной прокуратурой и полицией. Капитан постоянно выдавал незаконные разрешения на вырубку леса на территории полигона, за что и требовал деньги у бизнесменов. Взяли его в рабочем кабинете после получения части взятки 10 тысяч гривен. Раньше были зафиксированы еще два факта получения так называемой прибавки к зарплате. Боевики снова увеличили интенсивность обстрелов в зоне АТО. Один украинский военный ранен. Ночью противник вел огонь из ствольной артиллерии в сторону Попасной. На Донецком направлении из минометов запрещенного калибра накрыли Луганское, Троицкое и Зайцево. Подробнее о ситуации на линии фронта Ирина Баглай. Вопреки всем договоренностям, боевики на Ясиноватской развязке вывели на линию фронта тяжелые орудия. Они применили танк, значит, все договоренности все пошли на смарочку. Спрячут они его на какой-то позиции. Потом в определенный момент выскакивает, отрабатывает свое и обратно прячется. А выстрелов сколько? Вот можете так прикинуть? Ну, по БК. Если по БК, это приблизительно 28 штук за раз. Три ночи подряд Авдеевская промзона сотрясалась от разрывов. Бог наш дом охраняет, и оно падает рядом. Вот уже, наверное, мин 10 упало. Видите дом? Пули в него попадают. Слава Богу, крепкий. Работает их не утес, который у них на вооружении. У нас же нету такого. Эта ночь выдалась относительно тихой, говорит Станислав, хотя перестрелки тут не прекращаются. Через неделю у парня свадьба. Ждет, не дождется, когда увидит любимую Викторию. А пока участвует в организации праздника только по телефону и старается ограждать невесту от звуков войны. Ей не надо это слышать. Иногда бывает, знаете, там разговариваю по телефону, звонит, а
Иногда что-то простреливается, что-то где-то взрывается. Я говорю, ковер выбивает. Но и Виктория знает о войне не понаслышке. Оба из прифронтового Мариуполя. Свадьба, говорит боец, будет скромной. Братья по оружию на фронте, а старые друзья теперь враги. Большинство служит на той стороне. Даже есть один знакомый, командир минометной батареи, только с той стороны, который работает по нашему направлению. Последние недели не рискуют подходить к позициям военных и штурмовые группы противника. Бої йдуть, зараз позиційно, війна. Це до Нового року тоді вони ходили в атаки, а зараз іде все позиційне. Час тишини армійці обустраюються, а віддих у них з книгою. Фентезі, як-то немного відвлікає хоч. Время часто є для чтення? Ну, іноді хоч появляється, чуть більше неділі. Я быстро читаю просто. Библиотека в одной из самых горячих точек АТО. Идея одного из бойцов. С помощью волонтеров книги собирали всей Украиной. Теперь на этих самодельных полочках более сотни изданий. Для армейцев это уголок тишины, вопреки разрывающимся за бетонными стенами снарядом. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Сирии внезапным ракетным ударом уничтожили авиабазу правительственных сил. Дамаск обвиняет израильтян, Иерусалим отмалчивается, а эксперты спорят, применялись ли во время налета новейшие самолеты пятого поколения. Больше расскажет Сергей Ауслендер. Все произошло глубокой ночью на аэродроме Мезза к юго-западу от Дамаска. Там находится крупная авиационная база сирийской армии. Очевидцы сообщили, что сначала на территории аэродрома раздались несколько мощных взрывов, после чего начался сильный пожар. О жертвах пока не сообщается, но к месту возгорания сразу съехалось множество машин скорой помощи. Были сообщения, что удару подвергся и штаб бронетанковой дивизии, расположенный неподалеку от этого места. Разумеется, официальный Дамаск сразу обвинил во всем случившемся Израиль. 13 января в 00:25 из воздушного пространства оккупированной Палестины северного побережья Тивериадского озера ВВС Израиля нанесли несколько ракетных ударов по окрестностям аэродрома Мезе, в результате чего вспыхнул пожар. Кроме того, в социальных сетях и медиа стали активно распространять информацию, что в налете принимали участие новейшие самолеты пятого поколения F-35, которые израильские ВВС только недавно получили из Соединенных Штатов. Первоисточником этих сообщений стал некий информационный центр авиабазы Хмеймим. Никаких документальных подтверждений, разумеется, нет. Официальный Иерусалим все это даже не стал комментировать. И вовсе не потому, что налета не было, просто в этом вопросе израильские власти придерживаются такой политики. Ничего, что касается бомбежек в Сирии, не подтверждать и не опровергать. Что же касается участия F-35 в этом возможном налете, то это, конечно, вымысел, поскольку эти самолеты только недавно поступили на вооружение. Местные пилоты их только осваивают и к боевым операциям эти машины не допускают. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Санкции санкциями, а бизнес по расписанию. В Германии ждут высокопоставленного российского чиновника, который входит в санкционный список. Как ему удалось получить разрешение на въезд, расскажет Татьяна Лугунова. Санкциям вопреки, немецкие и российские СМИ сообщают, в Германию с визитом едет министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Чиновника, который находится в европейском санкционном списке и которому запрещен въезд на территорию ЕС, ждут в Берлине на следующей неделе. О заграничной командировке министра сообщила пресс-служба его ведомства. Мол, Ткачев примет участие во встрече аграрных министров стран Большой Двадцатки. А немецкие журналисты попытались разобраться, а как же санкции. И выяснили, чтобы обойти запрет на въезд, власти Германии пошли на дипломатическую уловку. Якобы немецкий МИД специально повысил уровень встречи Двадцатки, придав ей статус заседания под эгидой ОБСЕ. А в этом случае для невъездных участников можно сделать исключение. Министерство иностранных дел Германии эту информацию пока не комментирует. Но СМИ сообщают, Ткачев примет участие и в заседании двадцатки, и отдельно встретится с министром сельского хозяйства Германии, который выступает за поэтапное снятие санкций против России. Встреча будет закрытой, без журналистов. Во время пребывания невъездного министра в Берлине будет проходить еще одно важное аграрное мероприятие – крупнейшая сельскохозяйственная выставка «Зеленая неделя». Немцы, впрочем, уже заявили, на ней министр точно присутствовать не будет. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.
Украинские дипломаты, впрочем, надеются, что Германия пересмотрит свое решение и не примет санкционного министра в Берлине. Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в своем твиттере, цитирую, «Мы исходим из того, что немцы не допустят нарушения санкционного режима». Президент США Барак Обама наградил вице-президента Джо Байдена высшей гражданской наградой страны – медалью свободы. На церемонии в Белом доме Обама назвал Байдена лучшим вице-президентом в истории США и даже пошутил, что награждение даст интернету последнюю возможность поговорить об их мужской дружбе. Байден растрогался до слез. «Я не заслуживаю этой награды, но она демонстрирует размах и щедрость вашего духа. Господин президент, я в долгу перед вами, перед вашей дружбой и вашей семьей». А уже 16 января, всего за несколько дней до того, как он покинет пост вице-президента, Джо Байден посетит с прощальным визитом Украину. У него запланирована встреча с президентом Порошенко и премьером Гройсманом. Таким образом, говорится в заявлении Белого дома, Вашингтон хочет еще раз продемонстрировать свою поддержку Киеву. Дональд Трамп сохранит внешнеполитический курс Барака Обамы, уверен глава Госдепартамента США Джон Керри. Он заявил об этом во время своего визита во Вьетнам. Керри, покидающий в ближайшие дни свой пост, считает, что новая администрация Белого дома будет, в частности, придерживаться принципов региональной безопасности, и США останутся одним из основных игроков на мировой арене. Сорвать инаугурацию Дональда Трампа угрожают активисты. 20 января, в день церемонии, они собираются устроить акцию протеста в Вашингтоне. Тысячи людей хотят заблокировать 12 пунктов пропуска и дороги, ведущие к месту проведения инаугурации. Ожидается, что на церемонию придут 800 тысяч зрителей, а обеспечивать безопасность будут 15 тысяч силовиков. Дорогой президент, в результате победы Трампа финансист Джордж Сорос потерял $1 миллиард. Почему и чьи кошельки еще прохудились из-за смены лидеров в Соединенных Штатах? В закромах толстосумом заглядывал Дмитрий Анопченко. У Сороса везде свои источники. Он всегда держит нос по ветру и зарабатывает на политике. Эта репутация позволила 86-летнему финансисту сколотить свое состояние ни много ни мало – $25 миллиардов. Любые политические перемены, и он всегда в плюсе, но не в этот раз. The Wall Street Journal выяснила, что в момент победы Трампа Сорос в один только день потерял $1 миллиард. Он вначале ошибся, сделав политические ставки на Хиллари, но затем просчитался со ставками биржевыми. Сорос был уверен, мол, из-за шока от новости, что Трамп победил, рынок пойдет вниз. И играл на понижение, но вскоре акции неожиданно рванули вверх, причем значительно. Проблема еще и в том, что если в штабе Клинтон у него были и друзья, и информаторы, которые могли заранее предупредить о решениях, влияющих на рынок, то в окружении Трампа никого. Но что там Сорос? Агентство Bloomberg подсчитало, что в день, когда победил Трамп, богатейшие люди планеты мгновенно лишились $41 миллиарда. Это больше, чем весь государственный бюджет Украины. Десятой части своих состояний в один день лишились мексиканские толстосумы. Тот же Карлос Слим, самый богатый человек Мексики и совладелец знаменитой «Нью-Йорк Таймс», проснувшись утром, недосчитался 5 миллиардов. И продолжает беднеть. С каждым новым заявлением Трампа мексиканская валюта катится вниз. Американские богачи суммарно потеряли $10 миллиардов. По Украине данных пока нет. В отношении же России Forbes уверяет, что состояние ее бизнесменов за последние 2 месяца выросло почти на $30 миллиардов. После заявлений Трампа о налаживании отношений с Москвой стоимость российских акций растет. Но это не показатель, ведь из-за санкций российский бизнес потерял в 10 раз больше – $380 миллиардов. Что интересно, состояние самого Трампа за эти несколько месяцев, если увеличилось, то крайне незначительно, всего лишь на несколько процентов. Но выросла узнаваемость бренда. Трамп Тауэр в Нью-Йорке, Трамп-отель вот здесь, в Вашингтоне, все они мгновенно стали местными достопримечательностями. И сотни туристов приходят каждый день, чтобы сделать селфи на фоне имени 45-го президента Америки. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». А мировые СМИ продолжают выяснять новые подробности резонансного компромата на новоизбранного президента США. Что накопали журналисты, смотрите во второй части нашей программы. Кроме того, вы увидите.
Временное пике? Как нацбанки объясняют падение национальной валюты? Без заработка чем недовольны предприниматели в Днепре? Праздники заканчиваются. С понедельника открывается пленарная неделя Рады, и политики возвращаются в Украину. Сегодня на родину после каникул прибыл и лидер радикальной партии Олег Ляшко. У вип-терминала аэропорта Борисполь Ляшко заметили журналисты одного из интернет-изданий. Он рассказал, что был в Таиланде, где провел 10 дней вместе со своим замом и парламентским коллегой Юрием Сухиным. Праздники виноваты. Падение гривни. В НБУ объяснили, падение курса национальной валюты связано с традиционным сезонным спадом деловой активности. Зампредседатель Нацбанка Олег Чирий утверждает, гривню ослабил экспорт. Дескать, из-за падения продаж украинской продукции за рубежом в страну стало приходить меньше вечно зеленых банкнот, а спрос на них при этом не уменьшился. Как следствие, доллар подорожал. Сегодня в обменниках он превысил порог в 29 гривен. Чтобы стабилизировать курс, НБУ обещает и дальше участвовать в межбанковских торгах. Например, сегодня банк вышел на аукцион со 100 миллионами долларов. Наказать тех, кто не повысит в этом году минималку, пообещал Владимир Гройсман. Об этом он заявил во время посещения правительственного контактного центра, куда украинцы обращаются с жалобами. Кроме неправильного начисления субсидий, жилищно-коммунальных тарифов и плохого состояния дорог, люди чаще всего сетуют на то, что работодатели переводят их на полставки. Глава правительства поручил местным властям разобраться с каждой подобной жалобой и заверил, что уже в январе более миллиона бюджетников получат зарплату не менее чем 3200 гривен. Деньги в госказне для этого есть. На сьогодні ми маємо тільки 138 звернень по всій країні. Чесному бізнесу, відкритому, публічному, немає чого тут боятися. Звісно, ті, хто хоче вийти в тінь, ті, хто не хочуть платити людям заробітну плату, віддати їм належне, хоча б на мінімальному рівні 3200 гривень нарахування, ми будемо тих карати. Де потрібна реакція уряду, вона буде. В Днепре сегодня митинговали. Люди пришли к губернатору с требованием остановить чиновничий беспредел в городе. Дескать, местные власти погрязли в коррупции и всячески давят на предпринимателей. Удалось ли бизнесменам достучаться до областного руководства, знает Елена Миндалюк. Галина – предприниматель со стажем. Свой киоск купила в 2001-м. Все это время без проблем торговала местной продукцией. Но перед Новым годом получила извещение. В течение 5 дней убрать МАФ. Когда этого не сделала, в начале января пришло очередное письмо. Горсовет в одностороннем порядке расторг с ней договор, который был заключен до 2018 года. Они сказали, можете не трепыхаться. Там есть человек, который эту землю будет благоустраивать. Когда я спросила, как он будет благоустраивать, может быть, и мы это можем сделать, мне сказали, он поставит новые красивые киоски и будет сдавать в аренду. Хотите работать, берите в аренду. В такой ситуации оказались сотни предпринимателей. Многие пытаются отстоять свой бизнес уже 8 месяцев. Вначале пытались договориться с чиновниками. Не получилось. Тогда пошли в суд. Только сегодня у нас был суд. Мы его выиграли, к счастью, про обеспечение поздно, и горсовету запрещено сносить наши киоски до решения суда. А суд решает важный вопрос. Законно ли сносить киоски без решения суда? Мы уверены, что мы победим. Сегодня предприниматели пришли к областной администрации требовать защитить их права. Говорят, в городе творится беспредел. В качестве доказательства принесли документы и готовы их передать губернатору. Документы, которые подтверждают отмывание денег, незаконные конкурсы и так далее. Здесь, в этом здании, сидит человек, который является представителем президента, представителем гаранта Конституции Украины. А наши все обращения в правоохранительные органы должны реализоваться через реальные уголовные дела и посадки всех с ОПГ Филатова. Губернатор согласился принять только депутатов. Встречались за закрытыми дверями, без камер и журналистов. Минут через 40 вышел зампредседателя обладминистрации и сообщил, что касается сноса МАФов, это ответственность исключительно городской власти. А вот с возможными фактами коррупции будут разбираться правоохранители. Вся позиция будет донесена, в том числе и до правоохранительных органов, и до министра внутренних дел, и до генерального прокурора. Передать правоохранителям документы, которые принесли участники акции протеста, областные чиновники пообещали до вторника. Тогда же должны отчитаться о результатах. Сами предприниматели говорят, готовы подождать
но недолго. Елена Миндалюк, Евгений Кондинцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. А в соседней Запорожской области фирма занималась продажей фальсифицированного алкоголя. Причем реализовывали его через сеть супермаркетов. Работали с размахом. За сутки в области сбывали до 2000 литров суррогата. Свои склады у фирмы были в Запорожье, Бердянске и Мелитополе. Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили почти 20 тысяч бутылок фальсифицированной водки. Общая стоимость партии – 2 миллиона гривен. Изъяли также 1000 литров спирта неизвестного происхождения и наличку – 500 000 гривен. Без крыши над головой. В Черкассах единственный в области драмтеатр уже второй год работает без кровли. Летом 2015-го там вспыхнул пожар, и тогда чиновники всех уровней, от областного до городского, обещали отремонтировать помещение в кратчайшие сроки. Но труппа до сих пор остается под открытым небом. Здание тем временем продолжает разрушаться под действием осадков. Почему чиновники безучастны к театральным проблемам, выяснял Станислав Кухарчук. Люди нас шанують! Шанують! І начальство уважає! Актери Черкасского областного драмтеатра рассказывают, их уважают за то, что до сих пор не опустили руки. Уже два года, с лета 2015-го, они не выходили на родную сцену. Во время пожара огонь полностью уничтожил зрительный зал, оркестровую яму и крышу, но труппа ни на день не прекращала работу. Репетиции проводят в старенькой реквизиторской. Ми вже звикли, скажімо так, хоч до поганого звикати не хочеться, але в таких умовах добре, що нас приймають інші заклади і філармонії, будинок Колика. Так, то чекаємо, все-таки зрушення хоч невеличке, але є. Сразу же после пожара местные чиновники обещали помочь восстановить театр. По факту кровлю ремонтировать начали лишь в конце прошлой осени, буквально за несколько недель до снегопадов. Строители полностью сняли остатки старой кровли, но новую положить не успели. Теперь даже неповрежденное огнем помещение разрушает талый снег. Тут не було пошкоджено, так, частково, але вони вирішили, що саме зараз, саме взимку, в час це робити. Актер Александр Гуменный говорит, у него дежавю. Уже вторую зиму театр без крыши. Снег, дожди и морозы постепенно уничтожают здание, а власти продолжают только обещать. Почти год чиновники искали деньги, еще столько же согласовывали проекты и снова искали, но уже поставщиков стройматериалов. На Новый рік обещали, что на Новый рік уже будет дах, уже будут вікна. По факту, де-факто, знову-таки, обещанки залишились тим, чим вони, на жаль, залишаються до нині. На первоочередные строительные работы из различных бюджетов выделили 23 миллиона гривен. Но подрядчик осилил лишь половину запланированных работ. Из-за постоянного внимания СМИ у прораба уже сдают нервы. И вас прошу, я еще раз скажу, забьем дверь, вас вообще пускать сюда не спробуйте. В задержке работ подрядчик не виноват, объясняют в областном управлении капстроительства. Металлоконструкции для кровли и окон заказывали за границей, их только недавно привезли в Украину. Строительство перекрытий планируют закончить уже в ближайший месяц. А вот насчет обещанной полной реконструкции театра, чиновники уже опасаются что-либо прогнозировать. Повністю проекту театру ще немає. Це реконструкція, власне, самого драмтеатру з влаштуванням там внутрішнього оздоблення і, скажімо так, цей проект зараз на стадії виготовлення. Проект еще разрабатывается, но сумма расходов уже примерно подсчитана. Полная стоимость работ по реконструкции театра оценивается почти в 140 миллионов гривен. Где их взять, руководство области до сих пор не знает. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. В черкасских школах продлили карантин еще на неделю. В профильном департаменте решили не рисковать. В городе эпидпорог превышен на 15%, а в целом по области почти на 60%. За последнюю неделю количество больных гриппом в Черкассах снова начало увеличиваться, а инфекционная больница сейчас едва справляется с потоком пациентов. От осложнений умер один человек. Чиновники решили, еще одна дополнительная неделя карантина в школах в такой ситуации лишней не будет. Хотя вместе с зимними каникулами вынужденный отдых у школьников длится четвертую неделю. Как будут потом догонять учебную программу, в департаменте пока не думали. С введением карантина десь
з 31 по 10 січня точно. Ми вже навіть не просили допомоги в дитячій міської лікарні, ми самі справлялись за цей період. Зараз ми знову, в принципі, просимо іноді допомоги. Для нас зараз головніше, щоб діти були здорові. І для того, щоб не було поширення інфекції, поширення хвороб. Снег, метель и пробки на дорогах. Погода продолжает бушевать на Закарпатье. Синоптики прогнозируют метели и завтра. Правда, в горах обещают потепление и мокрый снег, переходящий в дождь. А вот в воскресенье снова вернутся морозы. Как в регионе ликвидируют последствия непогоды, расскажут наши корреспонденты. Предприниматель Мартин едет из Чехии в Днепр, везет товар на продажу. Пересек словацко-украинскую границу в Ужгороде, выехал на трассу и задумался, продолжить путь или переждать непогоду. Ведь на прошлой неделе метель уже застала его в дороге. В итоге добирался до Киева вдвое дольше, чем обычно. Дороги ужасные. Катастрофічно ужасні. Одна єдина у нас дорога – це Київ-Чоп. Коли був перший снігопад, я їхав до Києва 23 години. Ну, тобто це нереально було їхати. Вся снегоуборочная техника, а это почти 170 машин, с обильным снегопадом не справляется. Эта пробка образовалась буквально в 16 километрах от Ужгорода на трассе Киев-Чоп. Первый же небольшой подъем, заметенный снегом, и машины дрифтуют. Региональная служба автодорог приняла решение приостановить движение крупногабаритного транспорта по всем дорогам в области. Грузовики отправят на стоянку, пока погодние условия не изменятся. Було обмежено рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах державного значення Київ-Чоп та Мукачево-Рогатин-Львів. Для легкових автомобілів та пасажирського транспорту рух здійснюється в тому ж самому нормальному режимі. Засипало снігом і обласний центр. Жителі Ужгорода жалуються на нерозчищені дороги і тротуари. Зима повинна бути зимою. Ну все діло в тому, що стидоба, що дороги не чищені. По снігу дуже важко коляскою. Ми розчищені дорога, слизько. В мэрии признают, техники не хватает, а та, что есть, работает круглыми сутками. Но расчистить все дороги и тротуары города все равно не успевает. Дескать, снегопад в этом году аномальный, ничего подобного не было уже лет 30. При такой интенсивности снегопада утримувати в чистоте або в прибраном состоянии 119 км дорог, эти 12 одиниц техники треба множити на 50. Останній раз місто таку зиму мало в 1987 році. Завтра также обещают снегопад. В низинных районах потепление до 2 градусов тепла. Снег будет переходить в дождь, а после воскресенья вернутся морозы. Похоже, единственные, кто радуется аномальным снегопадам, дети. На этой неделе в школу они так и не пошли. Им продлили каникулы. Марина Кова, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Снежный апокалипсис или банальная неэффективность работы муниципальных служб. Европу заметают мокрым снегом, который совсем не похож на обильные осадки. Тем не менее, во многих европейских странах из-за этого бьют тревогу. Наш британский корреспондент Оксана Кундеренко расскажет о капризах природы. Наверное, в Украине с такого природного катаклизма только бы и посмеялись. Но снег на Туманном Альбионе – событие крайне редкое. Последние 2 года ни снежинки не выпадало. И вот теперь эти странные осадки, которые моментально растаяли, стали проблемой номер один. Самой серьезной для автолюбителей. В европейских странах, где не принято переобувать машины в зимнюю резину, скользкие дороги автоматически превращаются в нескончаемые пробки. На немецких автобанах со вчерашнего дня сплошные заторы и череда аварий. Я уже час не могу сдвинуться с места. Для таких больших грузовиков, как мой, завестись снова на холоде очень сложно. Стою тут и жду помощи. В Греции людей, оказавшихся в плену сугробов, спасали на вертолетах, просто из собственных домов, как в фильмах о катастрофах. Целые деревни оказались отрезанными от внешнего мира. Снегоочистительной техники нет, даже скользкие тротуары для неподготовленных – беда. И температура минус 10 – повод надеть на себя все, что есть в гардеробе. Для нас было таким большим сюрпризом увидеть в Лондоне снегопад. Я никак не ожидала этого. Хотела сфотографироваться, не успела. Слишком быстро прошел.
Не так страшен снежный шторм, как его последствия. В Великобритании метеорологи прогнозируют мощнейшее наводнение. Для строительства дам задействовали армию. Больше 1000 человек уже эвакуировали из опасных регионов. Ветры и ледяные ливни бушуют на востоке и севере страны. Все эти осадки пришли из Канады. Арктические холодные потоки воздуха проходят над относительно теплыми морями и выпадают в Европе. А пока не растаяли последние сугробы, народ лепит снеговиков и с удовольствием катается на санках. Кто знает, может, даже такого снега в Европе не будет еще несколько лет. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». В скандале с компроматом на Дональда Трампа новые детали. Стало известно, что автор досье – британский разведчик Кристофер Стил. Более того, он выуживал информацию не только о Трампе. За кем еще шпионил и правдивы ли его данные? В нашем следующем материале. Куча машин, телевизионной техники и журналистов. Уже второй день подряд пресса буквально дежурит возле офиса Orbis Business Intelligence, где работает тот самый 52-летний Кристофер Стил. Именно бывшему сотруднику британской спецслужбы МИ-6 и приписывают компромат на Трампа. Это единственная фотография Стила, которую тиражируют СМИ. Но даже на этом снимке трудно рассмотреть черты его лица. У его дома припаркованы машины, а в окнах горит свет. Однако где он сейчас, не знает никто. Даже его компаньон по бизнесу Кристофер Берроуз. Издание The Telegraph удалось взять у Берроуза интервью. Вы можете сказать, где находится ваш партнер по бизнесу? Вы знаете, я не могу дать вам какие-либо комментарии, особенно о том, был ли он причастен к сбору информации для досье или нет. Мы будем наблюдать за ситуацией. А что вы можете сказать по поводу доклада и информации, которую он содержит? Я не буду ничего комментировать по поводу досье в настоящий момент. Досье с компроматом появилось в свободном доступе 2 дня назад. Его опубликовало издание BuzzFeed. В документе 35 страниц. Но самое скандальное – Россия якобы собрала компромат на Трампа, чтобы влиять на него в дальнейшем. Сам Трамп все опровергает, отрицает свою причастность и в Москве. Не смогли подтвердить важные детали из доклада и в ФБР. Об этом сегодня сообщил телеканал CNN. ФБР расследует достоверность и точность этих утверждений, но пока не смогло подтвердить многих существенных деталей в докладе о господине Трампе. Немаловажную информацию о Стиле собрали в BBC. Сегодня издание сообщило, что он не только долгое время работал в британском посольстве в России, но и собирал информацию о деятельности ФИФА. Его якобы и нанял комитет Англии по организации чемпионата мира по футболу в 2018 году. По данным журналистов, Стилу поручили выведать все о странах-конкурентах, а главное – России, которой в результате и досталось право проведения чемпионата мира по футболу. Но пока сложно подтвердить правдивость этих сведений. Анна Ильиных, подробности, телеканал «Интер». 3 года за подножку беженцу, афроамериканка на золотой монете и бездна посреди дороги. Об этом не только в нашем международном обзоре. Отставка за растраты. В Австралии министра здравоохранения и спорта уволили из-за злоупотребления властью. Сьюзан Ли использовала рабочие командировки для покупки люксовой недвижимости на курорте. На фоне скандала министр сама подала в отставку. Хотя говорит, что не намеренно тратила бюджетные деньги на поездки. Просто в командировке подвернулся случай сделать выгодную инвестицию. 3 года условно за подножку беженцу. В Венгрии осудили оператора Петру Ласла, которая во время съемок на границе с Сербией сделала подножку мигранту с ребенком и надавала пинков подросткам. Эта выходка в сентябре 2015 года стоила сотруднице телекомпании работы. Позже началось судебное разбирательство. На суде Ласла оправдывалась, что лишь пыталась защититься от толпы беженцев. Афроамериканка впервые украсила золотую монету в США. Профиль темнокожей девушки, символизирующий леди свободу, появился на монете номиналом в $100. Новый денежный знак выпустят в апреле, к юбилею монетного двора. В дальнейшем предприятие планирует изготовить монеты с изображением американок с азиатскими, латиноамериканскими и индийскими чертами лица. Бездна посреди дороги. В Калифорнии кусок автополотна ушел под землю. На месте обвала образовалась 20-метровая пропасть. Магистраль размыла из-за осадков. Всю неделю в регионе не прекращаются ливни. Аварийный участок перекрыли, но дожди мешают ремонтникам восстановить дорогу. Эл
Элвис жив. В провинциальном австралийском городке две команды Элвиса в Пресли сыграли в регби. На поле вышли мужчины в костюмах короля рок-н-ролла. Перед началом исполнили традиционный танец хака, но с фирменными сценическими движениями Пресли. Так в городке начался 25-й ежегодный фестиваль, приуроченный ко дню рождения легендарного музыканта. Собака бывает кусачей, президентская не исключение. Питомец первой пары из США цапнул подружку их дочери Малии. Девушка пыталась погладить и поцеловать 4-летнюю Сани. Она, видимо, испугалась нежностей и дала сдачи. Пострадавшую осмотрел семейный врач президента и наложил швы. Скорее всего, на память о визите в резиденцию. Гостье останется небольшой шрам под глазом. Ученым впервые удалось заснять на камеру редкостного обитателя океана. Рубиновый морской дракон попал в объектив исследователей возле австралийского побережья. Этот вид животных открыли всего 2 года назад. Рубиновые драконы отличаются яркой окраской и необычным строением скелета. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи.